Вообще нет, у меня практика первый раз, вот, но в основном все соблюдают правила дорожного движения, практически все соблюдают. Кого-то задавить, создавался аварийная ситуация. Отец был выпивший, он чуть агрессивный был, он не понимал, что происходит, потому что он в нетрезвом состоянии был. Как данную машину гнали, после чего я выстрелил в воздух предупредительным, чтобы остановить данный автотранспорт. После этого я специально целился в заднее колесо, чтобы данную автомашину остановить, Mitsubishi Pajero, чтобы остановить. Но он не остановился, продолжил движение дальше, не останавливаясь, спущенным колесе на этом колесе. Где-то метров 500 проехал, мы как подъехали, после чего сзади мы как подъехали, я только тогда увидел, что за рулем был подросток. До этого я не видел, как машина высокая, и мы гнали сзади, ни спереди, ни сбоку. Нет, не считаю я себя героем. Это не героический поступок. У каждого долг сотрудника полиции пересечь правонарушение и общественную безопасность. Это в первую очередь и дорожное движение.